Сегодня у Гомеля прошел областный сход удельников 6-го Всебелорусского народного сходу. У центра уваги делегатов проект державной программы социально-экономичного развития на наступные 5 годов. Наши корреспонденты с подробностями. До Всебелорусского народного сходу Гомельская область рыхтовалася грунтовно, и размова не только о выборе 310 делегатов. В районах было проведено около 600 диалоговых пляцовок. Свыше 400 огучених на их пропанов передадено у рабочую группу по подрыхтовке республиканского форума. А проша того, около 800 пытаний было огучено подчас работы громадских приемных. Одна из моих идей – это построить вертикали по работе с молодежью. То, чтобы был госорган, который регулирует, координирует и людей, именно которые работают с молодежью, чтобы на предприятиях создавалось место специалиста по работе с молодежью, и потому что с молодежью в наше время работают как бы все, а спросить не у кого. Головная увага подчас областного сходу – повышение уровня жизни населения. Проект развития страны, который будет приниматься на Всебелорусском народном сходе, предугледживает социальную накированность державной политики. Досягаться этой задачи будет разными методами – от формирования новых высокотехнологичных галин до дальнейшего развития региональной медицины. Меня очень волнует тема создания межрайонных специализированных центров оказания медицинской помощи и ликвидация тех диспропорций льгот для медицинских работников, которые прибывают на работу загрязненной радионуклидами территории. Поэтому я думаю, что на этом собрании, вернее, не думаю, я уверен, что на собрании эти вопросы все будут решены, ну и от этого система здравоохранения получит свой новый импульс. Объединять намагание громадства, бизнеса и державы – это еще одна задача, якая предугледживается новой программой социально-экономичного развития Беларуси. Документ распрацеванный с уликом внутренних и сусветных тенденций на кшталт узмацнения конкуренции и проведения санкционной политики. Упор будет сделан на развитие регионов. Если говорить о Гомельской области, здесь много тех направлений, которые предстоит нам развивать. Речь идет и о сельском хозяйстве, речь идет и о машиностроении, речь идет и об IT-сфере. Конечно, серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо нам вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамещения. Поэтому нам предстоит много чего сделать за эту пятилетие. Я надеюсь, что те параметры развития, которые определены, те цели, которые мы поставили перед собой, они будут достигнуты. Олег Сентюро, Марина Севриянова, Сергей Комков, телерадиокомпания «Гомель».